Ребята, сегодня мы снимаем ролик 24 часа. Маймахи! На самом деле мы не думали, что когда-нибудь будем снимать такой ролик. Ведь Майбах, ну блин, это какая-то там машина едет что-то по городу, бизнесмены, там вот это все. Но эту идею знаете, где мы нашли? Конечно же, в комментариях под нашими роликами. Подписчики захотели вот такой вот видос. И мы подумали, это на самом деле крутая идея, ведь мой это мэм. Скорее всего, вы много раз слышали слово Майбах, но до конца не знаете, что это такое. В этом ролике мы вас с ним познакомим. Мне кажется, Майбах это так же мемно, как вот слово геник. Все слышали, что такое Майбах, и мы решили вам о нем рассказать. Риви знаток, кстати. Очень красивая машина, очень быстрая, очень качественная. А по существу? Очень быстрая. Сколько до сотки? Что? Все правильно. Сотки. Что там? Всего 4 места. И все, по-другому никак. Спасибо. Спасибо. Это вот Мерседес, только улучшенный. Эта машина вытачивалась месяцами, годами. Немцы делали, чтобы вам было комфортно ездить. Этот ролик — это мотивация, чтобы они мечтали и когда-нибудь купили и кайфанули реально. Ну что, давайте усвоим. Что такое Майбах? Майбах — это представительский автомобиль для того, чтобы ездить вот здесь вот, на пассажирском сиденье. Вот тут. Но, помните, я вам рассказывал, чем уважаемый гелик отличается от неуважаемого гелика? Ну, типа, есть уважаемый 63-й, а есть обычный, там, дизельный. А в гелике здесь есть вот такие вот трубы, выхлопные. Ну, давайте вот вам покажу. Также вот в таких вот представительских автомобилях есть тоже уважаемый автомобиль и есть неуважаемый. Уважаемый только чуть меньше. Уважаемый Майбах, ну а чуть попроще, это Mercedes S-класс. Вот, посмотрите, как они выглядят. На первый взгляд отличить невозможно, но есть отличие. Давайте я вам его расскажу, чтобы вы стали экспертами. Короче, вот у Майбах, смотрите, как идет дверь. Оп, оп, и обрезается вот здесь, обрезается, обрезается. А у автомобиля попроще, дверь, она вот такая вот, вот здесь вот идет. Ну еще, конечно, вот такая штука есть. Ну, многие, кстати, такие штуки снимают, чтобы, ну, типа, не выпендриваться. Ребята, камеры 360 имеются. Прикольная камера спереди, кстати, выезжает. Можно даже снять модный рэп-клип. Rolls-Royce, My Drill, Майбах. Вау! Похоже, тут есть Люк. А у тебя как собаку зовут? Люк. Ты что, назвал собаку в честь Майбаха? Конечно, ты что? Есть еще обалденная фишка. Вспомнил. Короче, в Майбахе омывайка не брызгается, а она прям вот отсюда льется. Мы это обязательно увидим. Хромированные молдинги, литые диски, 20-й радиус, лазерная оптика и противотуманные фары. Массивный логотип Майбах, полный привод. Самые последние технологии встроены в ваше лобовое стекло. Панорамная крыша для заднего пассажира. Панорамная крыша для переднего пассажира. Доводчики на всех дверях. Классический цвет. Черный обсидиан, хромированные шильдики, хромированные ручки, хромированные молдинги, хромированные диски, хромированные детали переднего бампера. Все, что не черное, то хром. Узнаваемый потоки облик подчеркнут двор напа и массаж горячими камнями. Понравился данный автомобиль? Досматривайте ролик до конца. Не поставили лайк? Ошибка. Не подписались на канал? Фатальная ошибка. Ну что, мы сейчас берем камеру в руки, потому что нас четверо, в машине место тоже 4. Это будет лайвовый ролик, будем делиться эмоциями, впечатлениями. Обязательно должны мы сегодня найти подписчиков, покататься, поделиться эмоциями от езды. Абсолютно точно. Вот я нашел, кстати, вот тут, вот видите, я нашел, написал Майбах слово, и вот все комменты, кто просил Майбах. То есть это не я придумал, это вы. Короче, спасибо, что иногда закидываете нам идейки. Ну что, ребята, мы приняли решение, что пора прощаться, что мы вам полностью раскрыли тему этого ролика. 24 часа в Майбахе, показали и новый, и старый, все функции, приколюшки. Показали его с разных сторон. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно ставьте лайк, кушайте лаву-лаву. И пейте клоун-колу. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4. Гулен, Серега, Ри. Всем пока! Сегодня мы снимаем ролик 24 часа.
этот подъемник сегодня на целый день наш. Короче, ситуация такая. Пацаны вообще не умеют кататься. Ни на сноуборде, ни на лыжах. Даже на санках с трудом получается. И поэтому в этом ролике я напридумывал для них челленджи, чтобы они научились. Но и это еще не все. Ролик будет состоять из трех этапов. Первый челлендж. Тот, кто будет лучше справляться с челленджем, сможет заработать больше денег. Второй этап. С заработанными деньгами вы идете в наш импровизированный магазин. Там вы покупаете материал для третьего этапа. В третьем этапе вы должны будете построить санки. Быстрые, красивые, надежные. И чьи санки с горки спустятся быстрее, тот заработает 1000 баксов. Нормально. Короче, смотрите ролик целиком и полностью. Будет весело. А еще вы, наверное, спросите, а почему я ведущий? Ребята, я кататься умею, у пацанов не было бы шанса. Ну, короче, пацаны, просто поверьте. Я верю. Okay, я тоже. Я не знаю, что это за шитан-машина, я никогда на доске не стоял. Так давай мы это тебе... Не надо, не надо. Уроки так и проводятся. Вася тебя берет и бросает в реку. Так, пацаны, остановите меня! Пацаны, я вас ненавижу! Ну вот, пожалуйста, 20 секунд на доске я уже упал. Так, отправляю на помощь Серегу! Елочка, елочка, подними меня! И че ты? Ой. Да ну опять что? Приветики, мои секретики, и вы с Мумкнали Секретоком. И сегодня с вами снова я, Силия, и мы с вами сегодня проведем весь наш день. Точнее, это видео на тему влог. Так что устраивайтесь поудобнее, но мы не будем затягивать и уже поскорее начнем. Приятного просмотра. Знаете, время так проходит очень быстро. А я думала, что не так быстро. Оказалось, что очень-очень-преочень быстро. И я как-то собираюсь в школу. Да пошутила я, да пошутила я. А сколько времени? Ой, пульт. Ой. Так, давайте раз, два. Пока и до встречи в новом видеоролике. Да. Пацаны, делайте кто-нибудь чайку. Блин, я не могу, у меня тут супер важная катка на повышение ранга. Я тоже занят. Ну, пацаны, мне так лень вставать, так хорошо улегся. Ну, сделайте, плиз. Ну, мне тоже лень, вон, ноги есть, руки есть, иди сам сделай. Ладно, давай я сделаю. Я как раз умер, сейчас месяц. Что, реально? Вот это, блин, друг, красава. Не то, что некоторые. Я не понял, это что за предъяву? Я нормальный друг вообще-то. И вообще, плохих друзей не бывает. Еще как бывает. Ты, например. Ты что, это из-за того, что я тебе чай не сделал? Капец. Все, вот, на, держи. Серегу, блин, ты просто идеальный друг. И, Глент, ты тоже нормальный парень. Но на самом деле, пацаны, есть и плохие друзья. О, Владо, здорово. Салют. Как дела? Нормально, сегодня 2 пятерки получил. Чипсы будешь? О, давай. Ты что, бери еще. Да бери, 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 мне не жалко. Да, ладно, спасибо. На, держи, это самое соленое. Мам. Привет, пацаны. Что, идите? Пельмени, блин. Не смешно. Чипсы, я же вижу. А что ты тогда спрашиваешь? А, давай, через ворота заходи. Я прикрою. Серега, в 7 утра, блин, ты что тут делаешь? Ха, ты уже встал? Прикинь, я все еще не ложился. Серега, все, давай, в школу пора собираться. Да блин, капец, ребята, оказывается, мы знаем так много типов плохих друзей. Да, ну потому что в детстве много с кем общались. Ага. Богатый жизненный опыт. Подписчики, пишите в комментариях, может, вы знаете еще какие-то типы друзей. Ну, а с вами был я, меня зовут Влада 4. Блин, Серега, всем пока! Ладу мага, а вы совсем забыли, как летать?